этапе нужно решить, какая у нас будет застежка, какая у нас будет декорация. Тогда уже с этого момента мы будем совершать определенные действия. Сможет быть, например, вот эта часть, которая спереди, она может быть декоративная, а сзади мы можем оставить просто шерстяную и, например, покрытой вискозой. Опять же, многовариантность нашего изделия, и тем и интереснее ручная работа, что у нее всегда может быть какой-то нюанс, какая-то изюминка, какое-то отличие. Нет одинаковых вещей. В общем, нам нужно с вами решить. Вот эта часть всегда будет видимая, а тыльная часть будет невидимая. Ну, например, мы можем решить таким образом, что вот эта часть будет покрыта шелком вместе с клапаном, а обратная сторона может остаться покрытой вискозой. Вот такой вариант интересный, например, да? Есть еще вариант задекорировать только клапан. Вот клапан, который будет закрываться, вот будет он у вас декоративный. Вся остальная сумочка может быть однотонной, монотонной, да? Можно наоборот задекорировать вот это пространство, а клапан оставить монотонным, одного цвета. Можно и ту, и другую задекорировать тканью. Можно вот это задекорировать чем-то другим, а этот клапан тканью. Можно наоборот. Здесь масса вариантов, здесь масса фантазии. Один из вариантов, который я сейчас вам предлагаю, вот эту часть, лицевую часть нашей сумочки, которая будет видна, я хочу в данном случае задекорировать вот такими шелковыми платочками, о которых я вам рассказывала. И сейчас покажу, как с ними работать. Просто вот покрываешь шелковыми платочками эту нашу шерсть, и она становится такого интересного матового цвета. И видны все вот эти вот подробности, все тонкости, извилинки на платочке, кромочка такая. Ее будет видно, и это придает особого шарма изделию, придает ему такой особый вид изделия ручной работы. Вот я хочу эту часть задекорировать платочками, добавить туда вот обычные волокна льна. Это покупается в строительном магазине пакля. Я однажды попробовала, мне очень понравился эффект, который создает эти волокна в сочетании с шерстью и с другими материалами. Вот я хочу их использовать на вот этой части. На нашем клапане, который будет вот так закрываться, я хочу сделать вот такой декор. Положить кусочек шелковой ткани. Можете себе представить, что это будет. И слегка задекорировать сзади. Сзади я оставлю, наверное, только шелковые платки, но не буду добавлять волокон льна, чтобы нам каким-то образом разграничить наши разные зоны. Вот это у нас получается лицевая часть, она более декоративная. И с другой стороны мы делаем просто защиту нашей шерсти. Но хочу опять же вас предупредить, успокоить или проинформировать, если у вас, например, нет ничего, кроме шерсти и, например, каких-то кусочков шелка, вы можете просто обойтись всем этим кусочками, положить на шерсть некоторые кусочки шелка, ниточки, все, что у вас может быть, кусочки, какие-то обрезочки шелковых ниточек и так далее, все, что у вас есть, все, что привалится, вы можете здесь фантазировать. Или же оставить все как есть, просто шерсть. Но если вы оставите все вот так вот в таком виде, то будьте готовы к тому, что шерсть будет скатываться, но это тоже не страшно. Итак, приступаем к тому варианту, который предлагаю вам я вот в данном случае.
Вот посмотрите, значит, у меня здесь платки, которые вместе тут соединены. Друг на дружке они так лежат, и посмотрите, они склеены, да? Чтобы мне отцепить один платочек, мне нужно сделать это резким движением. Вот смотрите, сейчас, надеюсь, у меня получится. Раз, видите? И этот платочек у меня в руках. Смотрите, что я с ним делаю. Я его растягиваю. И он растягивается, видите? Он растягивается. Я его пытаюсь привести в такое однородное состояние. Но вы знаете, вот мне в этих платочках нравится, что они очень здорово выглядят в неоднородном как раз состоянии. Видите, вот эти вот все кромочки, они очень здорово выглядят на изделии, придают ему такой вот какой-то шикарный вид. И вы знаете, я хочу вот этот платочек прямо таким образом положить, чтобы здесь вот он создавал вот эту кромочку по краю, по кромке, чтобы у него вот этот вот рубчик был виден. Мне хочется его оставить. На изделии это будет выглядеть просто интересно очень. Вот я его распрямляю, расправляю. Видите, да, как я, видите, как я работаю с ним? Я его вот подхватываю и как бы распрямляю, да, он у меня вот распрямляется. Вот смотрите, это же делается шелкопрядами, и я сейчас потихонечку работаю шелкопрядом. Видите, вот беру и вот так вот распрямляю вот этот вот шелк. Наверное, шелкопряды делают что-то похожее. Вот, смотрите, как он у меня увеличивается, растягивается, паутинка вот эта. Пауки, наверное, что-то тоже похожее делают. Видите, сколько всяких разных ассоциаций возникает, когда работаешь с натуральными материалами. И, наверное, в этом даже есть какая-то правда. Прямо интересно, можно ли из паутины валять прекрасные изделия? Ха-ха. Вдруг потом окажется, что из паутины получаются какие-то прелестные какие-нибудь фактуры. Вот смотрите, что я делаю. Я кладу этот платок, прямо кладу его, и тут пытаюсь опять же его распределить по поверхности, поскольку она у нас, видите, какой формы, не такой, как платочек. И я пытаюсь платочку придать эту же форму, чтобы покрыть шерсть, которая у меня тут есть. И тяну его во все стороны. Вот придерживаю и распределяю так, как мне хочется. И вы знаете, вот смотрите, здесь я не боюсь его намочить. Он когда мокрый, вот смотрите, он прилипает, и потом он интересно так растягивается. Его легко потом растягивать. Так, я хочу кромочку, видите, я ее специально здесь берегу, эту кромочку, не растаскиваю ее на мелкие какие-то, на какие-то тонюсенькие прядочки. Я ее хочу положить вот таким вот прямо сгусточком. Вот, и приклеиваю как бы, да? У нас же эта поверхность, она немножечко влажная, да? И вот мы этим пользуемся. Приклеиваем и распределяем по нашему изделию. И как будто приклеиваем его, да? Вот, видите, я это распределила. И теперь вот тут вот, где у меня получились такие сгусточки, здесь будет получаться в результате более фактурное такое полотно. На нем будут какие-то видно будут вот эти вот утолщения, наслоения этого шелка, и это будет выглядеть очень интересно, очень оригинально. Теперь я беру
нашу паклю, строительный лен, это обычные волокна льна. И вытаскиваю несколько штучек. Вот смотрите, я вытащила. И хочу распределить. Оно будет очень красивую, создавать такую мраморную поверхность. Вот я ее распределяю здесь, просто так вот кладу, представляя примерно, как это будет на нашем изделии. Это даст мрамор такой. Такие, знаете, прожилки. Это будет имитация какого-то такого натурального материала. Ну, в общем-то, посмотрим. Я уже знаю, как ведет себя вот этот материал. И мне очень нравится это. Это выглядит просто потрясающе. Если у вас нету такой строительной пакли, знаете, что это, собственно, за пакля? Это такое волокно, которое сантехники наматывают на стыки, где-то краны обматывают, трубы, чтобы они держали влагу, чтобы они не протекали. Это такая протекция у них. Вот, я так распределила и ожидаю очень интересного эффекта от этого всего. Вот, значит, эту часть я закончила. Что я делаю, как обычно теперь? Вы можете, конечно, оценить. Как это выглядит уже декоративно. Я больше в данном случае ничего не хочу добавлять. Хочу только еще раз вот обратить ваше внимание, что здесь же будет клапан, и клапан должен как-то, застежка должна быть, да, оно должно быть каким-то образом, надо нам продумать, как будет выглядеть застежка. И вы знаете, я на этой части сейчас ничего не хочу больше делать, потому что мы можем ошибиться, если я сейчас же буду закладывать сюда уже, например, место. Я могла бы, конечно, сделать какую-то застежечку, свалять какой-нибудь, свернуть какой-то комочек сюда, предположить, что это будет такая пуговица, за которую будет застегиваться наш клапан. Но это может где-то оказаться не совсем в точном месте, поэтому я предпочитаю это все пришить. И теперь мы точно так же, как мы поступали на предыдущем этапе, надеваем перчаточки, покрываем эту поверхность сеточкой и делаем все то же самое. Мы его мочим. Нам надо это намочить и притереть. Вот что я и делаю. Намочить. Вот я его мочу. Мы уже умеем это делать. Мы уже это делали несколько раз. Вот. Здесь немножко не хватает. Я это ощущаю руками и добавляю. Руками я чувствую. Я контролирую, я чувствую, где у меня промокло, где еще сухо. Руки понимают, что где-то там еще воздух есть. Нам надо убрать этот воздух. Из шерсти должен уйти воздух. Я его потихонечку убираю, как я хочу, как вам удобно. Вот, я вижу, что здесь все промокло у меня. Воздух ушел, и я намыливаю слегка и притираю. Создаю эту пенку, нашу красивую, такую нежную пенку. Контролирую, чтобы у меня вот эти вот ручки, которые мы сюда уже заложили, не потерялись, да, чтобы они попали вот сюда, в это пространство. Сюда особенно я обращаю внимание, вот прямо беру, чуть-чуть так притираю. И здесь у меня еще ручка. Нам нужно, чтобы они попали в это, в тело нашей сумочки, хорошо с этим всем свалялись.
Вот видите, как я это делаю. Потом вот у меня краешек. Краешки точно так же я пытаюсь притереть, на них обратить внимание. В общем, всему уделить внимание. Но особенно вот эти места, которые у нас должны получиться ровненько. Или так, чтобы это все было прочненько. В общем, мы контролируем все, весь процесс. Так, я это посмотрела, я это сделала, вот. И аккуратно, смотрите, у меня тут цепляется. Долго не надо оставлять сетку, иначе она приваляется. Слегка притерли, и все. И больше нам этого не требуется. Вот оно у нас уже схватилось. Отлично. Здесь я, видите, вот выравниваю. Вот у меня, видите, ноготочки работают сейчас. Я ими прикасаюсь и как бы линию создаю. Вы видите, как она сразу выравнивается. Здесь я делаю то же самое. Я ноготочками это выравниваю. Маникюр тоже на что-то сгодится в валяне. Вот, видите, это я сделала здесь тоже. У меня уголочек. Вот, все, и не очень-то руками трогаю. Теперь я это накрываю пленочкой. Вот у меня такая пленка, я накрываю это пленкой, чтобы у нас не смешалось ничего, потому что, смотрите, здесь, конечно же, есть этот клапан, но у меня, видите, как получилось, что шерсть выходит за пределы этого патрона, этого нашего шаблона. Она выходит за пределы, и я предпочитаю проложить еще такой вот слой, чтобы у нас не смешивались вот эта шерсть от клапана и шерсть, которая на передней части нашей сумочки. И здесь, как мы уже договорились с вами, будет здесь у нас шелковая, шелковый фрагмент, принт. Вот он у меня такой. Но прежде чем это сделать, я хочу вам напомнить, что у нас должна быть застежка. Вот здесь вот застежка должна быть, да? Вот тут вот будет какая-то пуговица. Я, наверное, это все-таки сделаю из шерсти. А вот здесь вот петелечка должна быть, чтобы за эту пуговицу зацепиться. И ее надо тоже привалять. Она у нас будет тоже цельноваленная. Смотрите, что я предлагаю сделать. По такому же принципу, по которому мы делали с вами ручку. Вот они у нас, ручки эти, да, они у нас еще не довалены, но уже хорошо заготовлены. Точно так же я заготовила вот такую вот петелечку, на которая будет у нас застегиваться на пуговицу, да, она будет набрасываться на пуговицу и будет создавать такую застежку. Смотрите, я ее сделала тоже с запасом. Вот здесь я ее свернула, как бы, да, вот приваляла, так как мы с вами вот уже учились, да, нужно сделать вот такую вот, ну, как ремешочек, да, а вот эти хвостики, кончики оставить неприваленными. Вот я ее могу прямо здесь хорошо сейчас уже свалять. Здесь нам не составляет этого труда. И потом мы доваляем уже в процессе, когда это все будет вместе уже монолитным полотном. Итак, смотрите, я вот сваляла вот такую петельку. А вот эти кончики остались у меня свободные. Что я с ними делаю? Я их распушиваю. И вкладываю вот сюда, ну, вот делаю такую петельку по центру. Чтобы у нас было по центру, нам нужно это все померить. Чем вам удобно замерять, тем вы и замеряете. Вот я смотрю, где у нас центр. Как я его вымеряю? От края сумочки до другого края сумочки. Вот у меня получается здесь 20,5 сантиметров. Получается, что 10 и вот и еще 2,5 миллиметра. Вот тут вот у меня будет эта петелечка. Вот я нашла этот центр. И остальное
распределяю таким образом, чтобы оно у меня не создавало никаких бугров. Вот просто приглаживаю. Мы уже с вами распушили. И я приглаживаю это. И на всякий случай еще заложу это прядочкой шерсти. Вот у меня есть прядочка шерсти. Конечно, это лучше делать сухими руками. Поэтому я вам еще раз напоминаю, чтобы не тянулась шерсть, да, сухими руками я беру и закладываю немножечко, вот смотрите, прям до самого, до самой кромочки закладываю это шерстью. Это для того, чтобы у нас закрепилось все хорошенечко и нигде уже не выскальзывало, да, чтобы все это свалялось. Сцепилась петелечка с основным полотном. Вот это нам поможет. И потом лоскуточек, который я накладываю сюда и распределяю его по поверхности. Вот видите, я его вырезала, и он у меня получился немножечко короче, потому что я вырезала его раньше по шаблону. Но когда валяла, вы помните, у меня немножечко вот этот вот козыречек стал шире. Но это ничего страшного. Смотрите, что я с этим сделаю. Здесь я это подниму до самого верха и постараюсь так распределить, чтобы у меня была здесь ровная линия. Вот я его прямо руками распределяю. Оно может даже немножечко сжиматься, ничего страшного. Это даст еще определенную такую фактуру. Вот мы его распределяем таким образом, чтобы оно было равномерным. Вот. И дальше что я делаю? Я беру и тоненькими прядочками здесь проложу контур шерстью. Так же, как мы закладывали этот контур, когда делали каждый раз вот эту вот кромочку, да? Опять я протираю руки, беру в руки шерсть и прокладываю небольшое количество прямо поверху этой ткани, чтобы ее прихватить, зацепить, да? Вот смотрите, вот прядочка за прядочкой по краю, чтобы эта шерсть попала на ткань, чтобы она ее прихватила как бы, да, поверх. Вот я делаю, ну, довольно уверенными такими, не совсем уж тонюсенькими прядочками, а вот прядочками, которые перекрывают шелк. Вот здесь я заложила. Теперь у меня не хватает немножко шерсти, я ее беру, отрываю. Помните, да, что руки должны быть сухие, потому что каждое мокрое прикосновение с шерстью сваливает ее. Вот я продолжаю выкладывать такую полосочку по контуру, в длину по контуру. Это одновременно из контур создает и наш шелк закрепляет. Вот, прокладываю, продолжаю. Вот оно здесь уже мокрое, эта поверхность. Вы ее прямо приклеиваете, эту шерсть, шерстинки. Вот, поприклеивали мы. Если что-то тянется, ну, конечно, это не очень-то приятно, но мы с этим справляемся. Вот они, эти шерстинки. Я положила. И теперь это закреплено. Здесь тоже надо положить, чтобы точно мы знали, что наш край приваляется незаметно в тон нашего шелка. Мы кладем такие еле заметные прядочки шерстиночки. Это будет гарантия того, что у нас это все приваляется. И теперь я хочу для разных, опять же, целей и для того, чтобы создать здесь красоту, кромочку, да, вот, чтобы она была ровная, поскольку у нас тут, видите, получилось, что шелк немножечко
меньше, чем сам клапан. И еще и для того, чтобы создать жесткость. И для декоративных целей. Вот посмотрите, я беру и прокладываю здесь у самого-самого края, ну, как бы немножечко отступив. Это будет такая, как бы, у нас декоративная ниточка. Вот. Здесь я ее проложила. И хочу еще проложить. Значит, я хочу, наверное, 2 или 3 сделать таких ниточки. Что я делаю? Я беру здесь, отрезаю. И прокладываю еще. Еще одну. Вот это шерсть, ниточка. В ней, я знаю, что достаточно процентность шерсти. И это гарантия того, что она приваляется хорошо. Я отрезаю. И что я сделаю? Я действительно проложу еще поверху совершенно тоненькие, почти незаметные. Вот посмотрите, такими, вот такими слегка наклонными линиями, чтобы они захватили 2 тесемочки сразу. Вот такие хитрые такие линии. Мы потом все это пододвинем. Вот такие вот линии, которые пересекают и одну, и другую ниточку. Вот, аккуратненько. И все, я это заложила. И вот видите, какая у нас получается красота. Мне нравится. Можно, конечно, положить еще сюда, например, лен. Я могу это попробовать. Капельку. Это будет перекликаться. Перекликаться вот с той поверхностью. Попробую, почему нет. Вот, например, на вот эту часть, которая у нас более светлая. Вот я положила. Посмотрим, что из этого выйдет. Знаете, если я увижу, что мне это не нравится, я это смогу снять. Вот. И все. Вот. Я уже накрыла это сеткой. Вы делаете то же самое. И опять же сбрызгиваю. Здесь у нас небольшой такой клапан. Я его промокаю. Смотрите, чтобы воды было не слишком много. Если у вас получилось слишком много воды, вы можете эту воду промокнуть, чем вы хотите. Хотите это сделать полотенцем бумажным, хотите сделать это полотенцем обычным. Можно какой-нибудь такой впитывающей салфеткой. Например, мне очень нравится, сейчас я вам покажу. Вот посмотрите, вот такая салфеточка, которая впитывает влагу. С ней очень хорошо, удобно работать. Я ее приложила и все, и сняла. И влаги осталось достаточно. Не больше, чем нам нужно. Вода не должна хлюпать. Вода должна просто быть для того, чтобы создать мыльную пенку такую. И вот я тут аккуратно, чтобы у меня не съехала ткань, намыливаю, притираю. Здесь надо быть очень аккуратным, чтобы нам не сместить веревочку. Две веревочки, которые мы положили, мы должны аккуратно за этим следить. Руками мы все чувствуем. Притерли очень аккуратно. Вот, посмотрите. Я это все притерла и точно так же аккуратно снимаю. Посмотрите, что у нас тут получилось. Теперь, что я делаю дальше? Я это все
продолжаю сваливать. У нас уже пошел вот этот вот процесс, активный процесс валяния. Значит, здесь я проверяю, вот у меня зашло за пределы немножечко волосочки, я их поправляю. Все аккуратно. Чем аккуратнее у нас будет проходить вот этот процесс, тем изделие получится у нас более качественным, более красивым. Вот, мне это уже очень нравится, получается, ну, скажем так, изысканно. Вот, мы помним, что здесь у нас один слой, и здесь у нас получается уже с тканью. С тканью это Нуна Фелтинг, техника называется, да? А здесь фелтинг в сочетании с разными волокнами. В данном случае у нас шелковые платки и вот это строительный лен. Или пакля, мы еще ее называем, сантехнический лен. Да? Вот, смотрите, прямо здесь у нас уже два вида декорирования совмещенные. И пленочку я хочу сейчас таким образом это сделать. Вот у меня тут шаблон, я не боюсь это все развернуть. Мне нужно вот это вот подвинуть, чтобы, смотрите, какой фокус получился, чтобы и это было закрыто, и этой же пленочкой я закрываю и этот клапан. Нам, в общем-то, нужно все это закрыть пленочкой. Вы можете просто положить кусочек один, потом еще кусочек другой. В общем, у вас должно быть все закрыто, и чтобы ничего, что не должно приваляться, у вас не соприкасалось. И теперь еще один этап. У кого есть машинка, опять же, из строительного магазина, как и наша строительная пакля. Вот я вам уже ее показывала. Если кто не видел мое видео предыдущее, значит, вот я вам его показываю. Это виброшлифовальная машинка, которая помогает нам сваливать волокна на начальном этапе. Они сцепляются между собой при помощи высоких вибраций, которые вот человеку трудно создать такие высокие вибрации. А машиночка, ее вот эта платформа работает вперед-назад и создает высокие вибрации. И мы должны равномерно, передвигая машиночку по площади нашего будущего изделия, мы должны подержать какое-то время, например, 10 секунд в одном месте, 10 секунд в другом месте, потом вот так вот и вот так вот, чтобы все места были одинаково, ну, примерно, скажем так, одинаково проработаны нашей машиночкой, чтобы свалялось все равномерно. И потом мы, поскольку у нас машинка работает только в одном направлении, мы, чтобы наше полотно свалялось равномерно, мы поворачиваем еще в другом направлении и точно так же прорабатываем машиночкой каждый сантиметр вот нашего изделия. Так получилось, что, видите, у меня ширина этого изделия практически такая же, как вот машиночка. У меня три раза получается, да, прошлифовать. Вот, смотрите, и если у кого-то есть машиночка, вы делаете со мной. Если у кого-то нет, значит, я вам скажу, что делать. Итак, процесс пошел. Вот и все. Видите, это все очень быстро, очень немного требует нам работы машиночкой для того просто, чтобы эти волокна быстро сцепились между собой. Теперь мы смотрим. Ни в коем случае ничего не отрываем, не пробуем. Просто смотрим, как у нас тут все сваливается. Да? Мы не отрываем
мы просматриваем глазами, мы пытаемся потихонечку, легко-легко создавать вот такие скользящие движения. Если мы видим, что ниточка фолдится, если вас устраивает такой, например, результат, вы можете это оставить. Но если нет, вы можете ее взять и подтянуть. Видите, она тянется и выпрямляется. Мне хочется, чтобы она была поровнее, эта кромочка. Я ее выпрямила. И теперь вот видите, такими движениями вдоль, скользящими, я ее пытаюсь создать пенку над ней, как бы, да, чтобы она оказалась в пене, и таким образом она сваливается, приваливается, они сцепляются друг с дружкой. Вот сейчас я прохожу самые такие ответственные места, проверяю, когда я скольжу, я чувствую, где у меня привалялось, а где еще как будто вот нет, мы это ощущаем руками. Здесь я делаю то же самое, контролирую, чтобы ничего у нас никуда не выскочило. Подформирую это все. Вот смотрите, я подставила руку, да? А этой рукой я пытаюсь скользить. Это вот для того, чтобы оно не выходило за край. Вот я распрямляю, но не отрываю, да? Скользящее движение. Вот такое движение, чтобы у нас прямо... Мы чувствовали, что ничего не ползет за руками. Вот такими движениями аккуратненько, смотрите, да, создается пеночка. Потом можно такие, когда вы уже чувствуете, что оно сцепилось, вот вдоль, да, вдоль, когда я вижу, что у меня есть такие, на этой ткани есть такие как бы складочки, как будто она слегка гофрирована, и я должна, пока не приваляется она окончательно, скользить вот по направлению вот этих вот прямых линий, чтобы не оторвать ее. Понимаете, почему я скольжу вот такими вот линиями, да? Я вот ее прикладываю и создаю вот такие вот вибрации, просто как бы чувствуя эту ткань, понимаете, такие нежные-нежные отношения у нас с этим всем, нежные-нежнейшие отношения. Вот, когда я уже вижу увереннее, да, чувствую, что здесь привалялось, вот я это потом уже увереннее трогаю. Вот у меня вот эта вот петелечка, я ее тоже... Вот я, смотрите, я на нее положила руки, и вот такими скользящими движениями ее тоже сваливаю. Вот, мы здесь уже убедились, я лично убедилась, и вы должны убедиться, что у вас привалялось это все. Так, теперь, значит, я не сказала, что же делать тем, у кого нет машиночки. У кого нет машиночки, тот просто берет и вот такими вот легкими движениями с пленкой, положенной на эту вашу поверхность, она же у нас мыльная, да, вы помните? И вы прямо по пленочке делаете такие движения, и под пленочкой, под пузыречками, под пленочками, под пузыречками, вот там воздух как бы толкает наши волокна шерсти, и они друг с дружкой начинают переплетаться и сваливаться. Вот если у вас нет машиночки, вам просто надо будет подольше это все ручками потереть, посоздавать вот такое воздушное пространство, в котором будет у нас пиршество вот этой пены. Ну вот, видите, я могу теперь взять, опять же, вот, например, что должны делать те, у кого нет машиночки. И я могу теперь на этом этапе, вот пока что я откладываю эту машинку, и на данном этапе я вот просто накрываю все это пленочкой и скользящими движениями. Чтобы скользило, это должно быть влажное, да? Вот, я вот так вот прямо здесь, не боясь, что там что-то травмируется, я могу даже уже нажимать побольше, да, через пленочку. И вот я в разные стороны, я и круговые движения делаю. Вот смотрите,
я здесь делаю уже массаж этой шерсти. Естественно, это приятно, естественно, это очень интересно. И поэтому изделия из войлока такие расчудесные, потому что процесс сам, смотрите, какой волшебный, просто невероятный. И простой, и в то же время такой какой-то загадочный. Как это происходит вообще, как бы странно, да, что так все между собой сцепляется и получается. Такие прямо шедевры. Я прямо вообще в войлок влюблена. Вот я притерла, еще открываю. Мне так нравится это все вот проверять, контролировать. Видите, я уже смотрю, что прямо у меня вот так вот уже получается такое монолитное полотно. Вы видите, вы уже можете его поднять, посмотреть. У нас же здесь вискоза, видите, да, что получается. Вот теперь можно вот так вот потереть слегка. Это еще поможет больше сваляться. Видите, какая у нас ровненькая кромочка? Это все благодаря тому, что мы красиво все это выложили, что мы продумали. Тут несколько вариантов применено для того, чтобы кромочка у нас была красивая, чтобы изделие получилось, ну, просто замечательное. Теперь смотрите, что я хочу сделать. Я хочу посмотреть, что же у меня здесь? Ну, во-первых, я еще потру немножечко. Немножечко потру, все это сваливается при движениях, да? И не забывайте, что вот там вот все у нас все слои, они же у нас промыленные и пропитанные водой. И при вот таких вот вибрационных движениях все слои одновременно начинают приваливаться, да? Поэтому мы помним, что спинка у нас еще никак не задекорирована и не защищена ни вискозой, ни шелковым платочком, ничем. И будет при носке, если мы не задекорируем это, если мы не сделаем, не заламинируем, то при носке может возникать, могут капельки, потом это будет некрасиво. Вот я открыла. И я вижу, что у меня поверхность получается неоднородного цвета. Так как из чего она у нас состоит? Из кофейного цвета шерсти, из шоколадного, вот такого шоколадного цвета у меня платочки, которые в местах, где у них там вот эти рубчики, да, они будут выглядеть тоже по-другому, будут создавать какую-то... Будет игра цвета. И еще, видите, вот эти вот пакли, она поблескивает. Я вот это вот все смотрю и вижу, что мне нужно сюда добавить мыло. Что я делаю? Чтобы не нарушить вот здесь вот ничего, я избегаю тереть это мылом по шерсти, которая еще не очень хорошо сцепилась. Что я для этого делаю? Я на влажные руки. Смотрите, я намыливаю руки. Просто намыливаю руки. Каждый мастер делает по-своему. Но я, честно говоря, вот такого способа не видела. Но он у меня самый популярный. У меня. И я, смотрите, просто прикасаюсь. Просто прикасаюсь. Вот я опять намылила руки и прикасаюсь. Этого достаточно. Мне не нужно разводить это все мыло, создавать эту всю пену где-то там, держать это в каких-то емкостях. Нет, мне вот этого достаточно. Я не хочу усложнять никакой процесс, не добавлять никакие-то там еще себе емкости с этим растворенным мылом. Мне вот так вот удобно, видите, и этого достаточно. И теперь я легонечко начинаю создавать пенку по этой поверхности, следя за тем, чтобы волокна не тянулись за мной, поэтому... Следите за движениями. Помните, я вам говорила, воздушное пространство между вашими ладонями и между вашим полотном. Вот, смотрите, как это здорово. Боже, как это здорово. Такой процесс шикарный. Как мне нравятся такие ощущения. Масло какое-то. Картина маслом. Вот, смотрите, здесь я смотрю, чтобы у меня получалась кромочка. Смотрите, что...
я делаю, этим пальчиком я здесь держу, и вот тут вот у меня скользит вот этот край. И я его заглаживаю, и он сваливается, и получается ровная кромочка. Здесь то же самое, я делаю это, вот этими местами я беру, этим пальцем, большим пальцем сверху веду, а этими пальчиками по кромочке. И у меня создается вот такая вот ровная линия. Я могу это делать другими пальчиками. Вот между пальцами это должно скользить, заваливаться, сваливаться. Здесь то же самое. То же самое. Но помните, чтобы ничего ниоткуда не отлепилось. Мы не проверяем. Таким образом мы не хватаем, не смотрим, ой, привалялось или нет. Вот схватил, все, ты его оторвал. Оно уже не приваляется. Надо будет уже потом где-то его придумывать, какой-то способ, как бы его опять на место поставить. Поэтому не проверяйте вот такими движениями, которые отрывают все, что уже тут вот пытается схватиться. Потому что этот процесс, он постепенный. Теперь смотрите, что я делаю. Ну вот здесь мне очень важно, чтобы вот эти вот места, где у меня ручки, да, чтобы ручки у меня тут были хорошо заваленные. Вот, чтобы видно уже было, что они у меня там внутри, в теле нашей сумочки. Вот смотрите, я подлажу одной рукой туда, на ту сторону, и одной сюда. И вот такие встречные движения, легкие, скользящие, пространство между нашими руками, и вот мы создаем эту мыльную среду. Вот, значит, здесь еще у нас, помним, да, что у нас два отделения. Сейчас что я делаю? Я вот залезла в самое нижнее отделение. Я залезла, да, и смотрю. Смотрю рукой. У нас вот рука здесь для того, чтобы смотреть. Ну, вот мне надо закатать это, чтобы у меня тут ничего не намокло. Я вот туда могу пролезть. Могу и не лезть, но мне хочется это сделать. Вот, смотрите, да, я проверила. Чуть-чуть там его вот так вот потрогала. Я его осваиваю, да, я осваиваю это пространство. И теперь я хочу отделить вот этот верхний кармашек от того нижнего. Они у меня все-таки сцепились. У вас это наверняка тоже произошло. Но вы аккуратным вот таким движением, найдя вот эту границу, где у вас шаблон, вы его найдите, этот шаблон, и разделите между собой аккуратными, нетравмирующими движениями. Если вам нужно, вы можете воспользоваться даже ножницами. Мне это не нужно. У меня тут сцепилось не сильно. Вот я легко его разделяю. Два отделения, да? Я вот положила это отделение, вот оно у меня здесь. И я по нем хочу поскользить мылом. Так, чтобы точно его завалять, вот этот край. Когда это все уже заваляется, сваляются, да, волоски, они тогда не будут цепляться с теми волосками с верхнего нашего кармашка. Вот я хочу по нем пройтись, забраться туда и там чуть-чуточку его погладить. Вот, еще раз. Видели, да, я намылила руку и поглаживаю немножечко, чтобы мне... А здесь контролирую, чтобы ничего у меня тут не разорвалось. Такими легкими скользящими движениями я просто расправляю как бы там все внутри очень аккуратно. Оно у нас еще не очень свалено. Вот, я это все потерла. И теперь отделяю вот от второго шаблона, да, я отделяю вот этот верхний кармашек. И смотрите, что я делаю. Я вот этой рукой придерживаю кромочку, а этой слегка, видите, слегка-слегка скольжу, чтобы немножечко его подвалять. Ну вот, я его подваляла немножечко. Теперь я вот такими движениями уже чуть смелее
начинаю работать, потому что я чувствую, как под руками уже это становится прочнее, обретает какой-то такой объем, толщину. Мы уже ощущаем, как это все становится прочнее, да? И я его, не растягивая, вот, чуть-чуточку подваляла. Видите, да? Каждый раз, когда вы чувствуете, что фолдится, растаскивается, растягивается, вы вот взяли и вот так вот легонечкими движениями потерли. Вот такие вот движения стягивают пространство, да, стягивают. Если вы делаете вот такие движения, то у вас шерсть садится вот так. Если вы делаете вот такие движения, то у вас шерсть садится вот так. Чтобы шерсть садилась равномерно, нам нужно делать примерно равномерное количество движений туда-сюда. Есть люди, которые валяют на счет. Я не валяю никогда на счет. Я смотрю, я чувствую. Я валяю руками, глазами, моими всеми ощущениями, но не счетом. Цифры – это… Я их уважаю, но это не моя стихия. Я предпочитаю быть в курсе, что здесь происходит, а не просто автоматически считать туда 25 раз, туда 25 раз, туда 25 раз, обратно 25 раз, потом перевернул еще все по 25 раз. Нет, я смотрю, что происходит, и я это делаю, контролируя процесс, управляя процессом, как мы с вами уже договорились. Смотрите, что я сделала. Вот этот вот клапан, шаблон, я его отложила, и теперь хочу поработать немножечко над нашим клапаном. Смотрите, вот эта ручечка, мы ее не дергаем, мы ее как бы вот, смотрите, вокруг нее проводим вот такие вот манипуляции руками вокруг нее, чтобы завалять ее, чтобы она была неподвижная, да, чтобы она не двигалась. Вот мы это сделаем постепенно. И здесь то же самое, легкими абсолютно движениями, контролируя вот эту всю кромочку пальчиками, ноготочками, да, мы следим за тем, что у нас получается. Смотрим, чтобы это все было ровненько. У нас для этого есть все. Есть глаза, есть руки, есть понимание того, что мы делаем. И я его попытаюсь опять то же самое сделать. Вот смотрите, я подняла, я его не натягиваю, этот шнурочек. Я вот так вот поваляла вокруг него, затерла, да, как бы вот эту шерсть. И она там, этот шнурочек, он фиксируется при помощи вот таких вот, вот сваливающих уже движений. Смотрите, ноготочками я между ноготочками вкладываю шерсть. Ну, как бы у меня она получается между ноготочками. И я едва прикасаясь, не смещая с места шнурочек, я это приваливаю. Вот могу сделать вот так вот, смотрите, да? Вот этот шнурочек и вот этот поместила между пальцами. И вот такие движения, чтобы шнурочек не трогать, да, вот я просто беру и вот так вот этими движениями его пытаюсь зафиксировать. Вот, здесь немножечко подваляла. И мы помним, еще у нас спинка не задекорирована, и мы должны туда что-то положить. Вот сейчас все, у нас тут уже все уверенно. Я могу это закрыть, клапан. Это уже мы будем потом смотреть. Оно не приваляется. Мы сейчас видим, как у нас примерно все получается. Конечно, оно все в мыле, но смотрите, как симпатично. Это получается такая изысканная сумочка. Очень приятно. Это она еще большая. Она будет скоро начинать усаживаться. Сейчас мы смотрим, это такая большая сумочка, сюда даже книжка поместится. Но со временем мы приблизимся к тому размеру, который будет соответствовать нашему телефону. Итак, вы видите, что у нас там уже свалялось. Вот
у нас есть эти ручки. Мы их также подваляем чуть-чуть, да, они тут у нас пока что. Здесь придерживаем, чтобы оно не двигалось, чтобы у нас вообще не было никакого усилия, мы не прилагали, чтобы вот тут вот ничего не выдвигалось, чтобы у нас ручка прочно вошла в тело, свалялась, и ничего ей не помешало сваляться. Вот смотрите, какими движениями я ее подваливаю. Я ее здесь держу, а здесь вот такими просто движениями туда-сюда подваливаю, да, она у меня между пальцами, как вы уже поняли, да, я могу вот так вот это делать. Но когда я делаю это на пупырчатой пленке, я могу там чуть-чуть даже натягивать, то она вваливается, понимаете, она вваливается, с нее должен выйти воздух. Вот, и волоски между собой должны сваляться. Вы следите, чтобы ручка была примерно такого, ну, как бы стремиться к идеалу, чтобы она была везде одинаковой толщины. Вот мы ее подваливаем. Вот такими движениями. Все очень-очень просто. Очень просто, если вы все заложили правильно, у вас будет шикарная ручка. В конце пока что не приваливайте. Можете не доваливать до самого конца, потому что в конце я, например, еще не совсем решила. Наверное, это будут маленькие такие вот цветочки, вот что-то из вот этой вот гаммы цвета. Это будут такие бутончики, которые будут аккуратно вот так вот создавать такой декоративный вид нашей сумочки. А пуговка наша, ну, вы какую захотите, такую и прицепите. Возможно, у вас будет какая-нибудь декоративная пуговица. Возможно, вы сделаете просто из кусочка шерсти такой кругленький, как и я, собственно, хочу сделать. Наверное, я так и сделаю. Я сваляю кругленький комочек, потом из него ниточкой я сделаю такой тюльпан. Когда облетел, там получаются такие вот, как бы на четыре части разделенная такая тычинка. Вот я хочу что-то подобное сделать, чтобы это был декоративный такой и сделан моими руками. Такую закрывашечку, такая пуговица. Она будет тоже из шерсти. Ну, в общем, вторую точно так же мы подваливаем, да? Мы подваливаем это все. У нас получается два шнурочка одинакового качества. Да, вы же помните, что там у нас нитка шерстяная. Потом у нас, конечно, вы помните, вы это делали, да? Потом у нас еще слой шерсти мы положили и завершающий слой. Это слой вискозы, чтобы точно так же, когда вы носите, чтобы это не обтрепывалось, чтобы это был красивый, законченный, завершенный такой вид у нашего изделия. Вот мы подваляли. Это все так непринужденно, да? Аккуратно, опять же, не дергая ничего. Мы просто берем и переворачиваем нашу сумочку вот так вот, на эту сторону. Веревочки в сторону отложила опять. Они меня пока что опять не волнуют. Я здесь смотрю, чтобы все было так, как мне нужно. Я поправляю. Вот, и здесь я думаю, что я здесь задекорирую просто платочком, без вот этих вот волосков льна. И это будет отличать нашу тыльную сторону. Она будет слегка другая. С платками можно работать и в перчатках. Наверное, многие работают в перчатках. Именно в перчатках, потому что платки очень цепляются за усеницы, тянутся за руками. Вот сейчас и я попробую это сделать, хотя я люблю это все делать без перчаток. Ну, в общем-то, это можно делать и так, и по-другому, и все будет хорошо и правильно. Как вам удобно, так и делайте. Вот я нахожу опять этот край, чтобы отделить один платок. Здесь, если кто не знает, здесь один другой платок на платке. Они слеплены все вот так вот в кучку, и их нам нужно отделить.
Вот они, ну, один слой платка нам нужно отделить, чтобы положить вот сюда. Вот я опять, видите, что делаю? Здесь нахожу этот край. И вот, как я вам уже говорила, резким движением раз. И сделала это. Оторвала. И теперь мне его уже нужно здесь вот еще в таком, на весу. Я его расправляю, стараюсь, да, вот где-то равномерно растянуть. Вот. И потом я его прикладываю уже и там уже растягиваю. Потому что если я его приложу, мне будет трудно видеть вот этот вот край. Поэтому я его растягиваю уже здесь. Есть разные способы. Вы попробуйте ваш собственный. Многие, например, делают это прямо вот здесь на мокром. И, наверное, они правы, потому что платочек здесь растягивается хорошо. Вот вы его прямо натягиваете, да? Вот смотрите, здесь есть такие как бы островки. Их можно растягивать, но можно их оставить и так. Если вы хотите, чтобы у вас была поверхность неоднородная, и вот этот шелк создавал вам вот эти вот какие-то перепады, чтобы у вас была здесь, ну, вот какая-то такая фактура, чтобы никто не мог понять, что же это такое. Вы можете, конечно, оставлять вот эти прямо нерастянутые места, а можно растянуть их, чтобы они были более-менее равномерно. Ну вот мне нравится их растягивать, потому что они все равно смотрятся как-то не очень-то на мой вкус. Ну, у каждого свой вкус. Вы будете воспитывать ваш собственный вкус. Конечно, вкусы воспитывают на основе чего-то. Вам что-то начинает нравиться. Потом вас формируется из определенных ваших тех штучек, которые вы отбираете, что вам нравится, у вас сформируется свой собственный вкус, свой собственный образ, имидж. Вот смотрите, я растягиваю, да, и здесь равномерно все. Или как вы хотите. Я вижу, что это все уже покрыто этим платочком. Вот видите, один единственный платочек, и ваш кармашек с этой стороны уже покрыт. Теперь нам уже здесь не обязательно закладывать вашей сеткой. Вы можете также намылить. И вот такие вот движения. Вот смотрите, я накрыла, когда я разложила, намылила понемножечку, да, и накрыла опять пленочкой. И здесь мне нужно сделать то же самое, привалять, это при помощи машиночки, тихонечко прихватить. Или же руками, у кого нет машиночки, ничего не меняет, кроме ускорения процесса. Так вот открываю и смотрю, что у нас получилось. Ну и теперь продолжаю работать ручками своими, да? Все мы здесь рукодельницы. Вот так вот. Вот это теперь начинается самый наш основной процесс сваливания. Дорогие мои друзья, я вас благодарю за то, что вы были со мной. Я вас с удовольствием буду ждать на следующем моем занятии по войлоку. И мы с вами прекрасно проведем время за творчеством, с пользой и осознанием, что мы шаг за шагом открываем свой творческий потенциал.
это так прекрасно быть творцом, творцом своей реальности. Это так прекрасно воплощать свои мечты в реальность. А валяние именно относится к тому виду творчества, виду рукоделия, который воочию демонстрирует вот эту связь нашей фантазии и воплощения нашей фантазии, потому что происходит какая-то такая вот материализация прямо у нас на глазах. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно, чтобы я видела, что вас интересует мое творчество. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои видео. Всего вам доброго! До следующей встречи в студии Олиш Арт.